В Саратове стартовал второй межрегиональный фестиваль граффити «Волжская волна». На набережной Космонавтов в течение 4 дней уличные художники из разных регионов страны будут демонстрировать свое мастерство. Всего в фестивале планируют принять участие 28 райтеров. Помимо росписи саратовской набережной, гости смогут посмотреть и выставки картин, и принять участие в увлекательных мастер-классах, а также побывать на специальной площадке от партнера мероприятия, нового федерального оператора мобильной связи «Теле-2». Компания подготовила для жителей города и участников фестиваля много приятных сюрпризов. «Теле-2», как компания с ярко выраженным бунтарским характером, абсолютно логично поддержала фестиваль «Граффити. Волжская волна». Граффити – это массовое, это честное искусство, доступное всем. И мы, как компания, также стремимся оказывать качественные услуги по доступным ценам. Мы, как и участники фестиваля, открыто бросаем вызов новому. Мы не боимся трудностей, потому что для нас, так же, как и для райтеров, это способ рассказать историю. Для жителей города в рамках фестиваля «Волжская волна» мы приготовили массу интересных сюрпризов. Любой участник, любой посетитель, любой гость может стать агентом «Теле-2», может побороться с нечестностями, выявить какие-то скрытые условия. И все это будет в игровой форме, не придется никому скучать. Ну и самое главное, в такие жаркие дни у нас будет вода.